я бежал в эти земли от своего прошлого за новой жизнью. Но хватит прятаться. Я не хочу этой войны. Довольно страданий. Не пророчество привело нас сюда, и битву оно не выиграет. Войны выигрывают те, кто готов пожертвовать всем. Если такова цена отмщения, так тому и быть. Один слишком многое у нас отнял. Довольно мирам страдать. Любой ценой. Пора положить этому конец. Если нужно уйти в сияние славы, чтобы в нем сгорел Один, я уйду. С широкой улыбкой на лице. За Брока. Пойдет на Нифльхейм. Хотят остановить Рагнарёк. Надо отключить машины. Не лучшее начало. Подождите. Времени нет. Я знаю. Подождите. Ингрид! Ну? У нас полно дел. Вы трое, за ним. Атрей. Фрея, со мной. Прикрывайте. Мы к машинам. Осторожно! Сзади! Шевелитесь! Время!
И что дальше, брат? Другого плана нет! Наша цель — военные машины! Надо добраться до лаза за башней Асгарда! Только там мы сможем попасть за стену без Рагнарёка! Лаз Гримтура? Ты сказала, лишь Сурд знает, что там! Надеюсь, я ошибалась! Осторожней, брат! Это Биврёз! Пробить брешь, а потом нападем на город. Звучит отчаянно. Хорошо. Отчаяние делает нас сильнее. Лучше бы нас сделал сильнее могучий огненный великан, но сойдет и отчаяние. Осторожно, сзади! Да? Да. Гна, новая королева Валькирии Один. Ну еще бы. Надо спешить. Забери! Зрелище! Но он же не следовал за нами из Мидгарда, любопытно! Он хоть отвлечет Тора. Беврёз!
не стой! Но эти хотя бы уже мертвы! У нас заканчиваются войска. Большие великаны все-таки добрались. Змей будто другой. Он изменился. Но пока меня не было... Ладно, потом. Связь Эйнхериев с Вальгалой. Я с сестрами должна ее оборвать. Иди. А гномов все не видать. Синдри не подведет. Верьте ему. Созывай всех. Мы пойдем к башне Свартальфхейма. И какой у нас план, как пробить стену без Рагнарёка? Военные машины. О, значит, мы в отчаянии, да? Где твоя армия? Гномы не будут гибнуть за это! Замолчи! Один заставил их сделать эти военные машины. Я хочу, чтобы их уничтожить! Сначала нам надо направить их в лаз. Гномы почистят дерьмо за великанами! Этого хотел. Этого я не хотел. Нет. Закрой свое сердце. Закрой сердце. Кто они? Мидгардцы. Один их приютил. Их здесь не должно быть. Они не воины.
Он нарочно послал их на смерть. Война. На войне побеждает, готовый пожертвовать всем. Что ты делаешь? Сын, послушай меня. Ты чувствуешь их боль, потому что таков твой дар. И ты не должен им жертвовать никогда, ни для кого. Я был неправ, Атрей. Неправ. Открой свое сердце. Впусти в него их страдания. Такова воля матери. И моя тоже. Сегодня. Сегодня. Мы станем лучше. Но что мы можем? Видал, какой исполин? Считай, победа за нами. Нас не убьют раньше. Что же ты медлишь? Рагнарёк здесь, и Один наконец-то получит по заслугам. Мы его остановим. Но только не ценой невинных жизней. Мы пробьем стену у Лаза Хримтура. Какими силами? Хватит нас с Атреем. Это самоубийство. Может быть. Но во имя справедливости, а не мести. Это оружие может разбить Лаз? Вот мы скоро и узнаем. Вы трое. Отведите этих людей в безопасное место. Да, хорошо. Мы с Фрей попробуем замедлить его. Раньше он не был бездумным. Может, его можно уговорить. Один от нас не уйдет. Если уйдет, я клянусь. Знаю. Валки! Я помогу тем, кто в западне, и нагоню тебя у Лаза! Иди! Иди, Атрей! Синдри, осторожно, прячься за мной! Я пришел сражаться! Можно? Я просто... Нет, нельзя. Заткнись и делись.
разберись! Нет! Я хотел! Плевать, чего ты хочешь. Это ничего не меняет. Я ведь правда поверила, что мы сможем изжить вражду. Труд, ты цела? Но мама была права на твой счет. Ты убийца, как и твой отец. И ты пришел нас всех убить. Нет, лишь Одина. Синдри, нет! Мы друзья. Друзья не приводят с собой в гости ходячих пустых Локи! Ты права. Права. Я здорово оплошал. Не в первый раз. Это не оправдание. Конечно, нет. Я хочу загладить вину. Скьёльд в порядке? Ты его видела? О чем ты? Что с ним может быть? Один намерен пожертвовать мидгардцами. Он выставил их вдоль стены, хотя знает, они не могут сражаться. Они погибнут, только чтобы задержать нас. Зачем ему это? И почему я должна тебе верить? Потому что он прав. Таков Один. Таким он был всегда. Мама, почему ты здесь? Что? Он пожертвует кем угодно, если это потребуется. Мидгардцами. Твоим другом. Нами. Да всеми. Я надеялась, твой отец даст ему отпор, но если не он, значит ты. Что ты хочешь сказать? Я никогда не сомневалась, что из тебя выйдет лучшая валькирия. Каких видел свет. Но не для него. Ты понимаешь? А наша семья? Без Одина мы станем ею снова. За правду. Сейчас он творит зло. Он сказал нам держать здесь оборону. И что мы у него в долгу. Не жизнью же платить. Да уж. Отец ни за что не пропустит их к деду. Иди с ними. Тебя он послушает. Ты готов идти на поиски своих? Да. Да. Я люблю тебя, мам. Я тебя тоже. Наконец-то. Стреляй.
Молодец, сын. Молодец. Это кто такая? Привет! Я Трус Дорстотер! Дорстотер? Моя подруга! Эйнхерий слева! Трус! Ты молодец! Папа меня научил! Оно и видно! Я знаю! Справа! Ragnarok же должен был нам помогать! У него есть изъян! Не целым он не может исполнить свое предназначение! Остальное на нас. Go!
Великий чертог. Вот куда нам надо. Не послушал. Но сейчас я не забыл. Вернись к сестре. Вы должны сдержать Рагнарёк. Это битва моя. Но я могла бы. Забери Атрея и маску и не оглядывайся. Мой сын тебе верит. И я верю. Вы с сыном мне надоели. Хватит с меня, Игар. На сей раз я тебя убью. Нам незачем драться! Какова наша природа? Этого мало. Тор, парень считает, что ты изменился. Так докажи это! Хватит болтать! Сразись и умри! Я это выдержу! А ты? Каким тебе вырастил тебя отец? Но ты можешь! Вы все сдохнете! Этого нет! Не произноси ее имя своим поганым ртом!
слушай меня! Мне нет дела до твоих слов! Одину плевать! За что? Ты же знаешь, что я сделал. Да. Но что ты сделаешь теперь? Мы не меняемся. Разрушители! Хватит. Хватит. Ради наших детей мы должны стать лучше.
Почему он еще жив? Ты болтаешь? Кто тебе разрешил? Не говори! Не думай! Я думаю, ты бьешь! Это же твою мать элементарно! Все же Сив была права. Я просто не желал видеть. Что с тобой? Ты сломался? Я твой отец, бери свой молот и убивай, кого я прикажу! Ты меня вынудил. Ты сам меня вынудил. Нет! Труд. Во всем этом их вина. Это они сделали, рассорили нас. Опять все приходится делать самому. Своего сына! Свою же внучку! За что? Все будет хорошо! Я ее спас! Это ваше! Разрушили его против меня! Вы на стороне все! Против меня! Результатом. Твой план правда оказался лучше моего? Я надеюсь, ты получил ровно, что и хотел. Пока еще нет. Думаешь, лишь тебе подвластны чары сдерживания? Много, очень долгих зим. Я размышляла, что скажу тебе, глядя, как ты испускаешь дух. Но теперь поняла, что ты должен знать только одно. Больше ты надо мной не властен. Узнаю, мой фрик. Я и забыл, как тебе идут крылья.
муж мой. Ты всегда искал знаний, что ж. Давай я покажу тебе, каково это все потерять. Склонись предо мной! Я тебя любил. Правда? Ты никого не любил! Отец! Фрея! Молодец, Локи! Нет, нет, нет! Нет, хватит драк! Нет, все это уже не важно. Настал твой час, Локи. Гро хотела спрятать тебя, но это твоя судьба. Быть воином йотунов. Лишь он может надеть маску. Узнать всю правду о сути бытия. Раскрыть тайны жизни и смерти. Конец тревогам, конец сомнениям. Вот твоя цель. Надень маску. Спроси. Задай ей вопрос. Решать тебе, сын. Я тебе верю. Ради чего тогда все? Ты хочешь быть никем?
Если бы ты просто сыграл свою роль, ничего этого бы не было! И ради чего? Ответь мне, Локи! Ради чего? Шанс, Локи! Я мог получить ответы! Я мог познать правду! Ты меня этого лишил! Я мог сделать жизнь лучше! Мы могли сделать 9 миров лучше! Тебя волновали не миры, и не я, а лишь ты сам! Ты все уничтожил! Мой дом, семью и царство! Ты это сделал! Ты так решил! Убил родного сына! Не было выбора, мне пришлось! Выбор всегда есть! Остановись. Ты можешь стать лучше. Не могу. Я должен знать, что будет дальше. Я не отступлюсь. Ну зачем ты это сказал? Софна, Апфра, Тесу. Софна, Итан. Софна. Софна. Что нам с ним делать? Я поклялся, что дам тебе самой выбрать, жизнь или смерть. Я так долго ждал. Но теперь чувствую. Я исцелюсь и без этого. Мы остановили его. Вот самое главное. Рагнарёк, он здесь. Пора идти. Куда именно? Нужен выход. Как? Магия великанов. Так, за мной, скорее. Пора.
есть свой путь. Иди по нему, и ты окажешься там, где и должен быть. Пришел в себя. Проснись, Атрей. Проснись. Рада, что ты очнулся. Да. Где мой отец? Где-то здесь, в этой роще. Он будет рад тебя видеть. Спасибо, Эйр. Мам, все в порядке. Тихо. Труд. Локи! Я так рад, что вы уцелели. И еще я хочу сказать, я вам соболезную. Тор, он был... Он попытался. Жаль, что я не смог сделать больше. Вашу скорбь ничем не сгладить. Но, надеюсь, мысль о том, что Одину конец... Хоть немного радует вас. Да, весьма радует. Локи, сражаться вместе с великаном – большая честь. Знай это. Вы останетесь в Мидгарде? Недолго. Потом мне нужно кое-что отыскать. А я помогу Хильдисвине переправить остальных асгардцев в Ванахейм. И обустроиться там. Надеюсь, там они смогут начать все заново. Как и вы. О, Труд. Надеюсь, ты найдешь то, что будешь искать. Удачи. До встречи, Локи. Береги себя. Сильно оба твоих оружия пострадали? Немного. Так, пара царапин еще. Ладно, займемся этим еще. Ха! Хуги нацелел. Повезло. О, а если ты отнесешь эту древесину брани... Скьёльд? О, Локи! Рад, что ты меня не забыл после того удара по голове. Это же тебя ударили по голове. Все как в тумане. Может, это кто-то другой был? Ну ладно. Слушай, я так рад тебя видеть. И я рад, что ты цел. Похоже, ты очень занят. О, я просто хочу быть полезным. Скоро всем будет на чем спать, а твои друзья-волки очень помогают с охотой. Думаю, еды для всех достаточно. Да ладно. Серьезно, да. И спасибо тебе за все. Без тебя и твоих друзей нас бы тут не было. Мы сделали то, что должно. Жаль только, что удалось спасти не так много людей. Локи, ты молодец. Спасибо, Скьёльд. Береги себя. Ну ты же меня знаешь. Никто не видел запасных одеял? Снег, может, и тает, но тут все равно довольно холодно. О, вот и он! Выпьем и за паренька тоже! Скаль! За парня! Скаль! Нас бы не было здесь, если бы не вы. И не подвиг Фрейра. Верно. Мы как раз обменивались собственными байками о Фрейре. Да, да. Так о чем я... А, перед встречей я думал, что увижу воина, гениального стратега, прирожденного вождя. Слава бежала впереди него, но сам он оказался совсем другим. Но все равно мне понравился. Он был просто невероятно добрым,
Он был еще и симпатичным. Точно. К тому же очень обаятельным. Хватит, а то я из-за вас сейчас опять разревусь. Извините, мне надо найти отца. Береги себя! Ты очнулся? Хорошо. Фрея. Он сделал выбор. Я не могла этого изменить. Он всех спас. Я этого не забуду. Я думала, у меня есть семья, но ее отняли. Зато я обрела покой в семье, которую выбрала сама. Знаешь, твоя мама была права. Ты все же дорос до этого Лука. Ты выдающийся воин. Но что самое главное? У тебя доброе сердце. Никакие испытания этого не изменили. Я горжусь тем, каким ты стала, Трей. Спасибо за все. Мне надо найти отца. Ступай. Атрей! Ох, ну и напугал ты нас. И я рад тебя видеть, Мимир. Слушай, я хочу сказать спасибо. Ну а чего еще ты ждал от умнейшего из живущих? Спасибо не только за твой ум. Ты меня слушал, ты меня учил, и, словом, ты мне практически как второй отец. Парень. Нет. Я хочу, чтобы ты знал. Я очень тебе благодарен. Я тоже тебя люблю, братец. До встречи, Мимир. Рад снова тебя видеть, Атрей. А я тебя, Хильдисвини. Тут внизу здорово, да? Тихо. Все у нас хорошо. Ты сегодня отлично справился. Я тобой горжусь. Может, позже найдем тебе угощение. Ладно. Теперь я. Кто это там? Да, мы знаем. Может, однажды я тебя подловлю. О, зато смог удивить. Был в хороших руках. Спасибо, что спасла нас. Я решила, будет лучше, если сама напишу концовку. Ты ведь еще не сказал отцу, да? Не сказал о чем? Брось. Видение великанов. Я уже видела. Понимаю. Я твержу себе, что должен это сделать. Но просто не знаю, как сказать. Идем со мной. Хочу кое-что показать. Вам обоим. Я не хочу мешать. Это и для тебя. Атрей, я рад, что ты цел. А я рад за тебя. Ну, так чем кончилась та история? Что? Перед Рагнарёком. Ты обещал рассказать позже, если я усну. Когда смерть пришла,
то спросила, зачем старик ее позвал. Взглянув на нее, старик понял, что поторопился со своими пожеланиями. И попросил смерть, чтобы та помогла ему закинуть поленье за спину, и он мог продолжить путь. Он не был готов умереть. Он хотел продолжать жить. Как там много дыма. Когда Асгард пал, его обломки разлетелись по всем мирам. Возможно, где-то там остались выжившие Эйнхири. Но я привела вас сюда вовсе не за этим. Мама? Мой храм в Йотунхейме. Она его разрушила. Чтобы мы не знали свою судьбу. Из-за нее мы выбрали свой путь. Она пошла против своего народа. Нашего народа. Чтобы защитить вас. Не все открываются. Прости. Отец, я хотел с тобой поговорить. Ведь есть и другие великаны. Я должен их найти. Я даже знаю, где их искать, но... Это только мое бремя. Я должен идти один. Я не хочу идти один, но... Я должен. Трудно объяснить. Тебе страшно? Да. Вот поэтому и пойдешь один. Как ты учил? Да. Мы еще живы, потому что ты выбирал, кто враг и кто друг. Сын. Ты готов? Помни наш уговор. Локи уйдет. Атрей. Атрей останется. Береги остальных.
нашел там, брат? Путь. И что дальше? Нужно многое сделать. Многое восстановить. Вы со мной? Да. Мы справимся. Вместе. Фрея, не стоит ли поговорить о Гна? Нет, не стоит. Нам просто надо ее найти. Но Один же сделал ее новой королевой Валькирий. Богиня Ванов, твоя подруга. Гна давно присягнула на верность Асгарду, и дружба сразу прервалась. Что случилось? Я сделала выбор, который она не смогла принять. Кратос, она меня ненавидит. У нас с ней будут проблемы. Может, лучше нам найти ее первыми? А теперь выпьем за нашего здоровяка! Скаль! 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 Несколько десятков в каждом.
Семьи, конечно, разлучать не будем. Береги себя, Кратос. Спасибо. Я это ценю. Мы возьмем с собой все припасы, какие есть. Хотя их немного. Не переживай. Все, кто здоров, могут отправиться на поиски припасов. Асы и Ваны. Вместе. Генерал, леди Фрея, Мимир, госпожа. Воительница. Блэссадр, дорогая Фрея, ты нашла изменницу Гна? Еще нет, но скоро. Куда теперь? Можно завершить оставшиеся дела в других мирах. Или поискать обломки Асгарда. Так или иначе, мы с тобой, брат. Еще Лунда сказала, они собираются почтить память Брока в таверне Рэба в Свартальфейме. Попасть бы туда.